Попал не знающий, не владея информацией. Даже не представлял, что будет. Мужики, здесь делать нехера. В прямом смысле. Почему? Здесь люди сами справляются со всем. И не надо в этого опер влезть. Что с тобой случилось сейчас? Обстреляли в колонну. Перебиты ноги. Где обстреляли? Уже на территории Украины. Обстреляли колонну, попал в больницу. Дай бог вылечусь. Кто у тебя на родине остался? На родине остались двое детей и жена на иждивении. Не надо сюда ехать, брат. Тебе помощь оказали? Помощь хорошую оказали. Больше не надо сюда лезть. Бандеровцев ты здесь не видел? Бандеровцев вообще не видел. Ты сожалеешь о том, что ты сюда приехал? Очень сожалею. Приехали в командировку под предлогом учения с личным составом, который составляет 80% срочников. На Украину воевать ехать не собирались, убивать тоже никого не собирались ехать. Сейчас нахожусь в городе Полтава, живой-здоровый, в плену. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные, люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. С тобой все в порядке? Со мной все в порядке, жив-здоров, накормлен. Должность какой занимаешься? Начальник, я что говорю, повторим, начальник службы, помощник начальника штаба по защите государственной тайны. Как попал на территорию Украины? И когда? 27 числа построили, в 5 утра сказали выезжать. Выехали. Где построили? В части? И в Белгороде. Так. И прибыл. Ехали в колонию. Задача. Какая задача стояла у вас? КамАЗ. КамАЗ. Как ранее доведено, доехать до Сумы. А там что? Там в окружение взять, наверное, город. Но больше командир не доводил эту информацию, больше с разведчиками общался. Так, окружение города, да? И дальше. Город Сума окружение? Так точно. У вас конкретно задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины. Так точно. Что хочешь сказать? Чтобы война никому не нужна вообще. Это очень страшно и обидно. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громче. Не идите сюда. Почему не идти сюда? Потому что ну как здесь тоже люди живут, а не как по телевизору показывают. Так а что ты не бросил присягу и сказал не идите сюда там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Нет. Ну ты представляешь, тебе грады начнут бить по твоей территории? По вам, по женам, по детям. Я все прекрасно понимаю. Ехали на учение. Город Белгород. Ночью подорвали, сказали садиться в машину по колоннам и следуйте за колонной. Так. Дальше. Мы приехали, доехали до границы, мы спросили у командира взвода, что мы делаем на границе. Он нам ничего не ответил, сказал, едьте дальше за колонной. Мы поехали дальше за колонной, доехали до города, на кольцевой, мы потеряли колонну. Какого города? Первого, самого ближайшего. Какая территория? За границу уже. Территория какой страны? Украины.
Вы с какой целью сюда ехали? Мы не знаем. Задача цели. Ваша какая? Не знаем задачи, не знаем цели. Нам вообще ничего не доводилось. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать то, что мне нужно ехать на Украину. Сейчас какая? Фонд скачает 91-701. Где она находится? Подмосковье, город Новошуминск. Что ты хочешь сказать? То, чтобы не ехали сюда воевать. Здесь люди не хотят войны с Россией. Они воюют только за того, что русские нападают на них.